Барак и Мишель Обама присоединились к благотворительной программе Корпуса морской пехоты США «Игрушки для детей». Ежегодно морские пехотинцы-резервисты собирают игрушки. На Рождество передают их детям, чьи родители не могут позволить себе купить подарки. Ранее игрушки, собранные в Белом доме, доставляла Мишель. В этом году впервые сбором и доставкой подарков президентская чета занимается вместе. На церемонии Обама представился большим эльфом, после чего снял пиджак, засучил рукава и принял раскладывать игрушки. Сама традиция существует уже много лет. Впервые подобная акция была организована в 1947 году.